Чебоксарах завершился 9-й евразийский хирургический мастер-класс. Несколько дней врачи из разных регионов и даже стран обменивались опытом. Ученый-онколог с мировым именем Ласло Унгар показал российским коллегам свой метод оперативного вмешательства при сложнейших видах рака. Так называемый женский рак – одна из самых сложных патологий. Ее и выбрали для показательной операции, за которой следили все участники мастер-класса. На сегодня это одна из лучших хирургических техник. Сразу после операции врачи, наблюдавшие за Ласло Унгаром в режиме онлайн, смогли задать ему свои вопросы и обсудить все нюансы. В России и здесь, в Чебоксарах, работают прекрасные хирурги и прекрасные онкологи, и онкогинекологи. И сегодняшний мастер-класс – это не только обучающее мероприятие. Мы надеемся, что это будет обмен мнениями. В скором времени будет сдан хирургический корпус республиканского онкодиспансера. Наши врачи получат возможность работать в новых операционных, оснащенных современным оборудованием. А количество операций увеличится почти вдвое.